Ажиотаж вокруг перехода на единый тариф в Канске прокомментировали в сибирской генерирующей компании. Как мы рассказывали ранее, жителям периферийных районов Канска, потребителям мелких котельных предложили перейти на баланс Канской ТЭЦ. Это снизит им тариф на тепло и горячую воду в 2, а то и 3 раза. Заманчивая новость спровоцировала людей буквально штурмовать офисы СГК. После нашего репортажа об огромных очередях и давке офиса компании энергетики рассказали, что людей неправильно проинформировали. Специалисты объясняют, вопрос можно решить через управляющие компании или старосту дома, просто предоставив договор с прежней ресурсоснабжающей организацией. Каждому гражданину сюда, соответственно, приходить не стоит. Потому что договор действует он на дом в целом. И без вот этого договора и без договора с управляющей компанией мы не имеем права доставлять квитанции жителям. После уже предоставления договора, в принципе, мы можем взаимодействовать со старшим по дому. Сюда всем, ну, нет смысла идти, вот, создавать, вот, говорю, вот такие вот очереди.